Волшебство – это понимание мира и правильное взаимодействие с ним. Это умение так взаимодействовать с простыми вещами, чтобы из них получались чудные вещи. Я не пеняю на дьявола, мол, он меня вгоняет в грех. Он только смущает мой разум. Грешу-то я сама. Мне нравится слово «волшебница». У него такая ёмкая энергетика, нет саркастического смысла и дурной славы. Верю ли я в Бога? А разве это важно? Важно, чтобы Бог верил в меня. И знаете, мне очень трудно не быть такой, какой меня считают люди. Я посижу на коленях немножечко. Странное танго прямо под луной.